С годами только молодеет. Абсолютно уверенно можно заявить об НПО «Энергомаш» имени академика Глушко. 15 мая одному из важнейших предприятий в области космической промышленности исполняется 84 года. В этот день в 1929 году организовали группу по разработке электрических и жидкостных ракетных двигателей в составе газодинамической лаборатории в Ленинграде. Ее руководителем назначили Валентина Петровича Глушко. Его пригласили для реализации идей, изложенных им в разделе его дипломной работы «Металл как взрывчатое вещество». В результате был создан первый в мире электротермический ракетный двигатель и получен патент на его конструкцию. В Химки предприятие переехало в 1946 году и чуть позже получило свое современное название. В качестве подарка мы вчера провели научно-технический совет расширенный, куда приглашали ведущих специалистов в области двигателестроения и обсуждали тему создания абсолютно нового ракетного двигателя, который работает на несколько других принципах горения. Сейчас на заводе используют самые современные технологии, постоянно модернизируют оборудование, построили учебный центр. Коллектив химкинского телевидения поздравляет сотрудников НПО «Энергомаш», желает им успехов в освоении космоса и дальнейшего развития.